фитнес-клубе «Рай» прошли соревнования под названием «Iron Star Challenge». Хорошая физическая подготовка – главный критерий отбора участников. Iron Star Challenge – соревнование для всех желающих. Идея проведения у организаторов возникла не случайно. Главная цель – приучить серпуховичей к здоровому образу жизни. Добрый вечер, меня зовут Рахманенков Вячеслав. Мы находимся в фитнес-клубе «Рай» Корстен. И сейчас у нас проходит Iron Star Challenge, главный приз в котором – годовой абонемент в наш фитнес-клуб. Значит, мы условно все поделили на два этапа. Будут прыжки на тумбу, да? Это будет первое упражнение. Второе – фитнес-комплекс, протяжка, рывок и становая тяга со штангой. Вот. И третье – это рывковая тяга с гирями. При этом мы взвесим всех участников, и по итогам физической подготовки и весовых параметров каждого мы определим сложность упражнений для них. Победитель получил абонемент в фитнес-клуб «Рай» на год. Это главный приз. Участникам вручили сертификаты в спа-салон на посещение акватермальной зоны, массажа и билеты на концерт в Корстен. Помимо спортивных соревнований, здесь проходят и танцевальные конкурсы по всем популярным современным направлениям. Степ, контемп, тверк, зумба, пол-дэнс, танцы на пилонах. Посетители признаются, фитнес-клубов большое количество. Но найти хороший достаточно сложно. Эта девушка сюда ходит всего 2 месяца. Уверяет, за короткое время удалось добиться значительных результатов. Потому что у меня рядом с домом, я после работы прохожу, занимаюсь. Вот. Ну, в принципе, очень удобно здесь, много тренеров, тренера хорошие. Персональный тренер, друг, диетолог, врач в одном лице. Специалисты фитнес-клуба специализируются в том числе и на реабилитации. Многие из них сертифицированы по системе Бубновского. Именно здесь, в фитнес-клубе «Рай Серпухов» на спорте.